Привет-привет, мои красотульки! С вами Лилия Донскова и каталог номер 7, который вот-вот стартует вместе с компанией Oriflame, или от компании Oriflame, не знаю как правильно, но я думаю, что вы меня поняли. Итак, в каждом каталоге я намечаю себе 10 продуктов, о которых я буду говорить. А в этот раз, наверное, их будет 11, но я просто скажу, о чем я вот еще бы хотела поговорить. Ну окей. Итак, приступим. Почему я выбираю продукты? Потому что невозможно знать всю абсолютно продукцию в каталоге, ее так много. На самом деле в компании более 1500 наименований продуктов. Вот представьте, если вы с каждой клиенткой начнете говорить о 1500 продукции, да она просто сбежит от вас и больше никогда скажет: не хочу тебя видеть. Так вот, чтобы с нами всем было комфортно, уютно и все хотели заказывать, нужно ограничивать себя и выбрать несколько продуктов, 5, 7, 10. Я выбираю продукты из разных категорий для того, чтобы быстро подстроиться под потребность клиента. Например, клиентка говорит: слушай, ну вот мне помаду не надо, а вот глазки чем бы выделить я бы хотела. Я так сразу оп, открываем первую страничку каталога, а здесь у нас новая тушь. А еще есть великолепное предложение к этой туши. Во-первых, если мы берем одну тушь, то она идет у нас просто со скидкой 359 рублей. Если берем две, то скидка уже составляет 279 рублей. То есть всегда есть мотивация что сделать, да, вовлечь клиента в процесс, как в игру, чтобы она нашла себе человека, с которым они сделают совместную покупку. Мы это озвучиваем, потому что клиенты могут не догадаться. Вы объясняете, что смотри, ты себе берешь тушь и предложи подружке или родственнице, она возьмет тушь, у вас будет скидка, выгоднее же, выгоднее, получается экономия, ребят, очень приличная, 21 рубль и 59, сколько, 80 рублей, очень приличная сумма. И к этой туше давайте ее рассмотрим поподробнее, почему о ней с удовольствием будем говорить. Она дает эффект кошачьих глаз. То есть у нее форма кисти так сделана, в серединке она узенькая, а тут она расширяется в обе стороны. Получается, что мы прокрашиваем активно внешние реснички и внутренние реснички, а здесь не так сильно. Представляете, как здорово получать такие прям распахнутые красивые глазки. Вот. Ну здесь у этой туши, конечно, много всего написано о ее функциях, это вы сами все прочитаете, но еще не все. Если вы заказываете тушь, например, одну, две, на две обязательно, то указывайте промокод 520-207. Вот здесь прям написано крупными цифрами, не ошибетесь. Указывайте промокод, что он вам дает. То есть прям в самом заказе. Ничего не перепутайте в бланке заказа на первом шаге. Вы получаете гарантированный приз. Это обучающий онлайн-курс от официального визажиста Oriflame Галины Ильиной. Далее будет разыграно 20 наборов декоративной косметики, 50 шопинг-сертификатов на 3000 рублей. Вот я очень бы хотела что-то такое, вот не косметику, а именно сертификат, например. И главный приз — это будет шопинг с официальным стилистом Oriflame Романом Белоснежным. Это вообще мечта, я бы очень хотела такой шопинг. Ой, слушайте, ребят, вот бы круто, у меня как раз день рождения скоро, мне бы это было шикарным подарком. Далее, сейчас я посмотрю следующую закладочку. Например, клиентка говорит: у меня жирная кожа. О чем мы с ней будем говорить? О том, как кожу матировать, чтобы ей было комфортно, чтобы в течение дня ей не надо было каждые 5 минут бегать, да, промакивать и так далее. И мы ей говорим: для того, чтобы макияж был более стойкий, мы предлагаем праймер, тональную основу и пудру. Праймер, тональная основа вот в таких флакончиках. Я праймер забыла спустить вниз, он у меня остался на втором этаже. То есть тональная основа в тюбике. Во-первых, SPF 20, защита от солнца. Летом обязательно нужно защиту от солнца. Во-вторых, она матирует и продлевает стойкость макияжа до 8 часов. Круто. А праймер еще закрепит макияж. А сверху поработаем пудрой. Пудра вот в такой красивой коробочке, синенькой. Ну не могу сказать, что она прям красивая, конечно, но удобная коробочка, открывается, есть пуховочка, есть зеркало, пудра хорошего качества. Вот дизайн коробки на самом деле мне не нравится, но качество пудры мне нравится, оно классное. Далее листаем следующую страничку. Клиентка, например, говорит: ой, сижу дома, почти не крашусь, да многие же сидят дома,
Так вот, что мы будем делать? Нам нужно предложить клиентке дополнительный уход дома. И мы ей говорим: есть супер гель для ресничек, если ты сейчас не красишься тушью, больше дома без макияжа, то помоги своим ресничкам восстановиться. Для этого нам нужна вот такая супер штука, это называется гель, сейчас правильно скажу, кондиционер для бровей и ресниц. Но я на самом деле рекомендую использовать на ресницы, только на ресницы. То есть чистый гель, видите, он такой прозрачный, красивый, вот ему всего-то недельку, как я его открыла. Мы чистым гелем работаем с глазками. Дело в том, что на кисточку набирается, ну вот на глазу уже слизистая, есть какие-то пылинки на туши, то есть мы пользуемся, ну может быть месяц максимум пользуемся этим гелем, а потом отдаем его на брови. Просто если вы будете и ресницы, и брови красить, то представьте, сколько с бровей вы будете собирать на эту кисточку, а все это потом будет на глазки. Поэтому к глазкам относимся особо трепетно, аккуратненько, и красим этим кондиционером только на чистые ресницы, то есть не во время макияжа, когда вы уже тенями намалевали и хотите сделать базу, чтобы ресницы стали более толстыми, а именно вечером умылись чисто-чисто, накрасили, утром проснулись, умылись, накрасили. В течение дня я иногда, бывает, тоже прохожусь по ресничкам, чтобы гель еще работал. Что я про этот гель вам расскажу? Он укрепляет ресницы, они становятся заметно такие более плотненькие, потому что когда долго-долго не ухаживаешь за ними, они прям истончаются и такие жиденькие, прям такие. Потом они становятся потемнее, то есть они, конечно, не возвращают тот цвет, который был у нас в детстве, но они все равно становятся более заметными. У меня, например, реснички очень светлые, бледненькие, и поэтому я вижу разницу. Конечно, если у вас свои от природы черные, красивые, густые, может быть, вы не заметите такого вау, а я замечаю, потому что у меня реально есть с чем сравнивать. Так вот, мы рекомендуем этот гель-кондиционер, учим правильно пользоваться. У меня, кстати, подружка этим гелем спасла ситуацию, когда у нее просто вываливались ресницы пачками, она переживала, что у нее вообще не останется ни одной реснички. И мы говорим про мультиактивный бальзам для губ. Почему мы про него говорим? Потому что даже сидя дома, мы все равно должны ухаживать за губами. Или если мы вышли во двор, ну просто вот как бы на балкон подышать воздухом, да, на лоджию, то солнце нас везде окружает, а здесь есть SPF 8, увлажнение 8 часов, видите, тут 8-8-8, и при этом еще цвет, легкий оттенок у меня самый темный, он называется нежный розовый. Так вот, этот нежный розовый, он выглядит как будто губы такие нацелованные, такие прям пухленькие, розовенькие. Мне очень нравится этот вот мультиактивный бальзам, и когда он у меня кончится, я опять закажу такой же, потому что я сразу двух зайцев ловлю: уход и цвет. Очень классно. И при этом в этом каталоге скидки огонь. Следующая страничка. Вы знаете, я никогда не говорю об аксессуарах. Вот, ну, не было еще, мне кажется, ни одного такого обзора, где бы я сказала: вот это мы будем продвигать, это классно, всем рекомендуем. Нет, я думаю, что аксессуары — это такая индивидуальная вещь, что вот, например, одному нужно розовый, другому зеленый, этому черный исключительно или только белый. Но вот про эту сумочку на пояс я хочу сказать. Она, главное, здесь маленькая-маленькая, вот тут побольше, но сумочка должна быть классная, и она нужная. Вы понимаете, это свободные руки, мы привязали ее на пояс, руки свободные, тут телефончик, карточка какая-то, мелочевка, зеркальце, помадка, больше ничего не надо. Мы идем гулять, и, во-первых, чтобы была ровная осанка, потому что любая сумочка, даже если она маленькая, через плечо все равно дает легкий какой-то передерг тело. Когда же сумочка на поясе или рюкзак, например, я почему я люблю, очень люблю рюкзаки, потому что с ними осанка ровная, нету вот этих вот или в эту сторону, то есть мы четко, ровненько отстраиваем свою фигурку и идем. Вот для этого нужна сумочка на пояс. У меня есть черненькая, а теперь я очень хочу светлую, потому что летом черная, она не очень актуальна. Дело в том, что в основном одежда светлая, обувь светлая, и хочется, чтобы ничего не утяжеляло образ. Именно поэтому я прям в первый заказ сразу возьму себе эту сумочку на пояс, и я думаю, что вы тоже захотите. Кстати, в этой сумочке ремень
он прям вот настоящий ремень, и его можно использовать отдельно от сумки, подпоясать платье или брючки, юбку, туда, где вам нужно. Так, далее. Маска. Я почему-то две маски выделила. Ну, кстати, мы тогда их объединим в одну, и одну закладочку я подарю другому продукту. Маска новинка с глиной, очищающая в банке. Держим 10 минут. Что в составе? Зеленая глина, она вытягивает загрязнения и абсорбирует себу и очищает поры. Белая крапива успокаивает, нормализует жирную кожу, склонную к воспалению. Репейный корень глубоко очищает, регулирует выработку этого самого себума и убирает жирный блеск. Шикарно! То, что нужно нам как раз на лето. И еще одна маска у меня тут будет в отмеченных. А где она, кстати? Ну, хорошо, если доберемся до нее. Поэтому мы будем эту маску рекомендовать. И вот еще один аксессуар. Кстати, странно, да? Я два раза подряд говорю об аксессуарах. Я обратила внимание вот на эту пружинку, которая убирает пушок с щек. Ну, то есть ненужных мест. Смотрите, это эпилятор, пружинка для лица специальный. Всего 259 рублей. Очень хочу взять, попробовать, потому что вот этот пушок, он бесит просто. Если это получится делать, а я знаю, что многие женщины страдают, у кого-то усики, у кого-то вот тут вот на контуре вылазит пушок, у кого-то на щечках вот тут вот прям ютится как персик. Вот я буду это предлагать, потому что я замечаю, что у многих женщин есть такая проблема: кто-то подбревает, кто там мучается еще каким-то образом. Попробуем пружинку. Попробуем. Целая страница для Novage. Novage выделила в этот раз, скорее всего, из-за капсул, потому что капсулы — это вообще что-то фантастическое, именно капсулы Novage. Меня часто спрашивают: Лилия, чем отличаются капсулы Королевский бархат от Novage? Ну, это абсолютно разные серии, абсолютно разный состав, и, конечно же, Novage круче. Круче, 100% круче. И если сравнивать, то это просто вообще сразу, если вы возьмете на одну половинку лица, выдавите Королевский бархат, на другую Novage, вы сразу поймете, почему Novage круче в 100 раз. Конечно, если вы будете пользоваться просто одним Королевским бархатом, вы будете говорить: слушайте, ну класс, вообще супер. У меня так есть одна клиентка, очень взрослая женщина, и она заказала Королевский бархат, вот они были как-то недавно со скидкой. Она попробовала, говорит: какой кайф, давай еще одну баночку пока со скидкой. Я и беру вторую банку тут же прям. Тут в следующем каталоге Novage со скидкой. Она: а это что? Я говорю: попробуйте, мне они больше нравятся. Она такая: давай. Она берет подряд три банки, приходит недавно за заказом и говорит: Лиля, как только капсулы Novage будут со скидкой, сразу мне бери, сразу, даже не звони, просто покупай, и все. Я говорю: почему? Она: какие они. Она такое лицо сделала. Вы знаете, я поняла, что не только мне они крутые кажутся. Она, я говорю: лучше, чем Королевский бархат? Она говорит: лучше. Никаких денег не жалко. И она всегда так говорит: я же себя люблю. Я говорю: да, молодец. Поэтому, ребят, вот эти капсулы будем рекомендовать. И женщины любят, чтобы было быстро, эффективно, за короткий срок. Именно вот эти капсулы, 30 штук, каждый день, на ночь делайте. И просто будет лицо совсем другое, как из сказки. Так, дальше. Да, это как раз вторая маска, про которую я хотела сказать. Это маска сауна. Вот она. Она меня очень впечатлила. Вот реально крутая маска. Ее когда наносишь на чистую кожу, она сразу гореть начинает. То есть эффект сауны тут же прям такой прям. Потом уходит, и все. И начинают работать масла. Когда маску смываешь, то кожа вот просто вот мягкая, такая гладкая. Вот я чувствую прям, что кожа наелась, прям такая, знаете, наелась, напировалась. Вот это кайф. Я поэтому, когда маску первый раз попробовала, я тут же в следующий заказ включила еще одну. Я думаю: а вдруг их не будет? У нас часто такое бывает, что бамс, один-два каталога, убрали продукт, что-то новое. А мне, например, хочется это, чтобы было хоть какое-то время побольше покайфовать. Ну вот классно, что она опять в этом каталоге со скидкой, и мы можем себя побаловать. Далее. Это очень важная страничка. Это SPF наш.
солнцезащитные средства. У меня их нет, я пока не покупала, потому что я такой хомяк запасливый. Я в прошлом году набрала себе еще из прошлой коллекции, у меня там до 21 года срок годности, набрала у меня 3 флакона для тела. Один, кстати, почти закончился, потому что я уже 4 раза загорала, правда, по чуть-чуть. Видите, у меня нет пока сильного загара, потому что у меня кожа белая, и я ее не могу сразу на 5 часов выкинуть на солнце. Нет, я выхожу на 15 минут одной стороной, блинчик переворачиваем, 15 минут другой. На следующий день я вышла, я прям засекаю, 20-25 минут здесь, 25 минут следующий. То есть у меня четвертый день было по 30 минут. Вот так вот, тун-тун-тун, всего. Это немного. Я вся обмазываюсь ног до головы, не пропуская ни одного сантиметра, потому что если я что-то не промажу, кожа сгорит, просто сгорит моментально. Вот она у меня тонкая и такая вот белая-белая, очень чувствительная. Так вот, мы об SPF с вами говорим с клиентами день и ночь, мы им вдалбливаем и вдалбливаем, и самое главное, вы сами должны понять, то что защита от солнца, это должно стоять на первом месте, потому что первый фактор старения кожи — это солнце. Насколько я его люблю, я просто обожаю солнце, люблю загорать, я когда солнце, у меня просто, я человек солнца, я напитываюсь как батарейка солнечная, и потом выдаю вот это вот просто столько позитива. Так вот, я всегда защищаюсь от него, я его люблю, но я от него защищаюсь, это очень важно. Так вот, мы говорим о солнцезащитной коллекции, рекомендуем. А если кто-то говорит: о нет, у меня нет дачи, хотя сейчас такая редкость, что у человека некуда уехать, у нас очень многие друзья сейчас живут просто на дачах, самоизоляция, у всех удаленная работа, все уехали на дачу, на природу, и естественно там солнце, загар, поэтому я каждому прям пишу: срочно заказывай, береги себя, потому что ты прячешься от этого, да, от этой проблемы, а поймаешь себе еще другую, еще хуже, поэтому надо защищаться обязательно. Следующая страничка — это помыться обязательно, и моемся мы летом гораздо чаще, чем зимой, потому что летом жарко, мы больше потеем, особенно если лишний вес, то человек 2-3-4 раза в день ныряет в душ, и поэтому мы ему говорим: классный гель 250 миллилитров и всего 79 рублей, такие цены бывают, и кусочек мыла за 49. Вот такая парочка: сладкая, апельсиновая или лаймовая, или забыла с чем, с чем у нас третий аромат, с витамином Е, нежная макадамия, очень люблю эти орешки, но забыла название. Так вот, мы говорим о том, что это выгодно, это круто, гель отличный, цена отличная, поэтому смело рекомендуем, уверена, что люди будут от этого продукта кайфовать. Ну и так как мы сэкономили одну закладочку, то я также буду рекомендовать продукты с последней странички, с зеленым сочным яблоком, и здесь у нас охлаждающий крем для ног и освежающий дезодорант спрей «Зеленое яблоко и мята». Но просто кайф. Мы будем об этом говорить, потому что уход за ногами летом очень актуален, и многие люди мучаются, у кого на ступни отекают, у кого-то варикоз, то есть тяжесть в ногах, а спрей, он охлаждает, он сужает, делает более легкую походку. А гель охлаждающий, то есть крем для ног охлаждающий, мы тоже наносим утром, то есть не на ночь, потому что, ой, у меня такой прикол был, как-то у нас вышла тоже серия, была с охлаждающим кремом, я накупалась, намазала ноги, легла, и такая, чувствую, что мне холодно, что-то ноги холодные такие, не могу уснуть, прям трясусь, и тут я понимаю, ну умная же я женщина, охлаждающим гелем на ночь. А чем больше ты согреваешься, то есть под одеялкой ноги начинают согреваться, тем холоднее становится. Мне пришлось вставать и смывать этот крем, чтобы нормально уснуть. Представляете? Поэтому это тоже прикольная история, когда вы что-то рассказываете, забавное, оно запоминается, западает в человека, и он потом об этом помнит. И если даже он сейчас не сделает заказ, он чуть позже, когда начнется проблема, жара, ноги потеют, жарко, отекают, он просто вспомнит и скажет: о, это, ты помнишь, говорил, какое-то охлаждающее средство есть, тащи. То есть вот таким образом мы собираем заказы, просто делимся информацией, впечатлениями, историями других коллег, которые делятся в чатах там или лично рассказывают, и у нас
естественно, появляются клиенты, постоянные, влюбленные. И маленькая рекомендация. Если вы хотите, чтобы клиенты заказывали постоянно, то вам нужно их к себе приучить, чтобы они привыкли. То есть, что вы постоянно, вы всегда приходите с новым каталогом, то есть, что вы всегда внимательны, вы помните о каких-то датах, балуете подарками, рассказываете истории, приводите примеры, заботитесь, ищете информацию. Если не знаете ответа на вопрос, говорите, я сейчас все узнаю, я найду, я позвоню там косметологу туда-сюда. То есть, вы всегда показываете им свой профессионализм и растите свой профессионализм. То есть, не сидите на месте. А вот вышел каталог, листайте, читайте, ходите на тренинги косметологам, естественно, онлайн. У нас сейчас много прямых эфиров по макияжу, по продукции. Записывайтесь на всякие всевозможные тренинги, которые компания предлагает, которые проводит ваш спонсор. В чате задавайте больше вопросов. То есть не стесняйтесь, работайте над своим саморазвитием. Потому что если вы этого не сделаете, никто из вас этого точно не сделает. И вот на такой позитивной ноте я с вами прощаюсь. Я вам желаю супер крутого, классного каталога номер 7, чтобы у вас все получилось. И кто-то из вас, если получит приз по акции «Стуши», напишите, пожалуйста. Будет очень интересно и классно порадоваться за вас вместе. Вместе мы сила. Спасибо за внимание. До новых встреч!